Фух. Ну что, друзья, всем привет. Продолжается у нас зимний спиннинг на Москва-реке. Я уже приехал, нахожусь на водоеме. Ну давайте по порядку. Отошли, в общем, морозы. Ну и сейчас на улице 0 плюс 2. Светит солнышко. Ветер такой. 3-4 порывы где-то до 10, до 11. Ну, после обеда должны они, вроде как ветерочек должен упасть. Ну, слабее быть. Вот. Ну, обещали дождик небольшой. Ну, там посмотрим. В принципе, небольшой дождик, не так страшно. Давление скачет то вниз, то вверх. В общем, постоянно меняется. Вот. По планам сегодня, ребят, целый день, сейчас время почти 10, то есть до темна есть там часов 5-6 походить, покидать. Приехал на участок, на котором не был еще в этом году, здесь недавно только сошел лед, льда нет, но окраины все во льду, то есть ходить так немного экстремально. Ну, посмотрим, походим, покидаем, ладно. Одел он сегодня забородники, вернее, болотники, так что еще скачусь, я думаю, не утону. Вот, что по снастям, ребят, сегодня фаворит Крит в росте 2.54, в тесте 7.21, Шимано Страдик 4000, ну и шнур, ребят, те рыбалки у меня был 0.8, сейчас у меня 0.6, восьмижильный, UGK, Супер Джигман. Ну и по приманкам, ребят, поролон, мандулки, силикончик, ну то есть все есть. Все есть для того, чтобы поймать рыбку. Хорошее настроение, водоем, погодка, вот. Так что так, ребят, будем начинать. Я надеюсь, сегодня что-нибудь да будет. Погнали. О, ребят, видите, как все во льду. Ходишь как по катку, блин. Сейчас вот такое место, надо перейти его. Сейчас мы по следам. Я посмотрю, где кто ходил. Ну, пройдем. Так, ну здесь непонятно, следов не видать. Интересно. Ну, они следы куда-то идут, но... Ладно, сейчас прорвемся. Так, ребят, ну вот. Первая рыбка. Какая-то первая рыбка. На поролоночку. Ребят, посмотрите, какая щучка. Ой, ты моя крошечка такая. Ой, ребята, такая малюточка вообще, такая беленькая. Ой, ты красоточка, спасибо тебе большое. Сколько эмоций я получил от такой поклевочки. Стук жодненько, дудунь. Как бы тебя, так, не попортить бы тебя. Ой, ребят, смотрите, какая. Так, дорогуша, ну давай тебя как-то освобождать. Блин, ребят, вообще такая щучка, я таких давно щук не ловил. Ой, вообще такая малюточка. Взяла на поролончик. Ага, так, аккуратненько освободили. Вообще такой ребеночек. Ой, сколько эмоций, ребят. Вот она. Вы только посмотрите. Ой, какая малюточка. Давай, дорогуша, иди. Спасибо тебе большое. Сколько ты эмоций подарила. Ой, давай, иди. Ай, спасибо. А, пошла. Вот, ребят, начало положено. Небольшая щучка, но приятно. Взяла вот на поролонку. Все, от этого поролона ничего не осталось. Хороший поролон, но одна рыба и все. Ладно, будем продолжать. Ну вот, ребят. Очередное препятствие. Можно, конечно, попробовать пройти по воде. Но там может так засосать, что оттуда и не выберешься. Как-то хочется пройти дальше. Самые интересные места там, дальше. Как-то вот надо вот тут проскочить.
Как это сделать? Ну, будем пытаться. Будем пытаться. Оп. Ребят, что-то небольшое. Небольшое, походу, берж. А там не знаю. Ага. Оп, судачок. Ну, я чуть-чуть прошел. Думаю, да, здесь покидаю. Место интересное. Ой, место интересное. Ага, пишет. А, такой вот разбойничек взял. Ну, такой вот разбойничек. Ай, отдай поролон. Зубастый. Ага. Такой разбойник. Давай, дружочек, иди, спасибо. Так, что там у нас еще поролонка живая? Ну, взял вот на такой поролончик. Ну, еще половим. Ладно, мы сейчас здесь останемся. Покидаем. Угу. Так, взял под самым берегом. Тут канавка прибрежная идет. Здесь хорошие, вообще интересные места, такие резкие балконы. Мне очень интересные места, где самое главное ходить. Ходить есть где. Много можно ходить. Вот сегодня я не знаю, пройду я до тех мест, куда хочу. Там за поворотом вообще тихо. Ни ветра, ничего нет. Там вообще есть всякая яма интересная. Довольно-таки глубоко. Да, 4, наверное, здесь. Ну, сегодня поролончик работает. Мандалу я пробовал, кидал, нифига, молчит. Ну что, ребят, наше путешествие продолжается. Вот очередной участок. Обычно здесь, ну, в коротких сапогах можно пройти. Ну, когда вообще уровень зимний-зимний. А так вот, для таких целей болотнички самое то. Фу. Экстремально получается сегодня пробираться. Больше напрягает лед на берегах. Скользкий. Я уже так пару раз на жопу приземлился. Ох, тут прям засасывает конкретно. О, намыло всякого говна. Еще один участок преодолели. Фу. А, класс. Несмотря на то, что всякие препятствия, ну, пока все складывается вроде ничего. Вот. Опа. Сейчас палочку положим. Опа. Фу. Вон я уже сколько прошел по берегу. Фу. Ладно. Ну, ребят, шел. Смотрю. В дереве что-то интересное. Опа. Ни хрена, засадили его. Вообще глубинный какой-то угол. Ну, ребят, трофей какой. Смотрите. Какой-то бат. Не знаю, что это такое. Джобан какой-то. 120-й. Ни хрена себе, блин. Это трофей. Смотрите, какой здоровый. Блин, тут лопата, я не знаю, до скольки заглубления. Метров, блин. До 7, до 8, наверное. Ну, такой шумненький. Ну, мы трофейчикам всегда рады. Дэну подгоню, он троллем уходит. О, ладно, продолжаем. Здорово. Прям
Метров 20? Это вот сейчас за 4 дня где-то все растает. Ага. Я еще в воскресенье ребятам фотографию высылал, они хотели приехать. Нет, в субботу я им высылал. Они хотели в воскресенье приехать. Метров 20 стоял лед. И вода была вот там, где сейчас стоит. Ну, видно, да, видно. Потом за один день ее сбросили. Вчера было меньше. Меньше вчера вода была? Ничего себе. И вот за три дня вот это все как бы растает. Хотят завтра приехать, не знаю. Понятно. Ладно, я туда. Ну этого вообще не пройдешь. Вот пирс, вернее, это самый слип. Ну. И за слип не уйдешь. Не уйдешь? Там вот такая фигня, и воду дали, воды очень много. Ага. Там не пролезешь нифига. Ладно, спасибо. Ну что, ребят, потихонечку иду. Фу, это, конечно, экстремальная рыбалка, блин, ребят. Ну, смотрите, что с берегом происходит. Вот сейчас вот с рыбачком общался. Местный мужичок. Каждый год его здесь видим. Ну вот. Он говорит, вчера вода была меньше. Она говорит, ну, сантиметров на 50, ну, вы слышали. Вот. Сегодня воду опять подняли. Течка такая хорошая. Я бы не сказал, что вода мутная, но так. Вот. Так что так. И он говорит, дальше там вообще смысла нет идти. А я еще хотел дальше туда пройти. Но ладно. В принципе, я дошел до, можно сказать, тоже хорошего места. Здесь яма. Но попробуем здесь что-нибудь поймать. Фу, посмотрим. Сейчас. Сколько уже время-то? Сейчас посмотрим. Ребят, уже 12:30. Тут осталось, наверное, часа три будет уже темнеть. Как судака ловить-то вообще непонятно. Не знаю. Возвращаться еще по темному, вот поэтому вот этому всему экстремалу. Фу, ушел я, наверное, километра на полтора. О, ничего себе. Сейчас рыбка такая сыграла. Пью. Леща, говорит, много стоит под берегом. Так что так, ребят, сейчас, наверное, чайку попью, чуть перекушу, отдохну, весь мокрый, сейчас пробирался там через заросли. Вот. Ну и будем продолжать. Ну и пока вот, что, судочка, судачок, ну хоть рыбка есть. Ладно, продолжаем. Так, ребят, ну перекусил я, так, по-быстрому, сейчас вот здесь покидаю. Посмотрим, что как. Ну и там ниже потом спущусь на ямку. Посмотрим, что там. Поставил поролонку. Посмотрим. Хорошо здесь. Ветра нет. Здесь такая низинка. Ветер, получается, поверху идет. Одно радует, погода хорошая. Все-таки те экстремальные морозы, в них ловить, конечно. Фух, блин. Так, тяжеловатенько. Леща забавил, ребят. О, точно. Лещ. Крупный лещ. Дружбан. А где нормальная рыба, а? Где? Иди давай. Что, ребят, обернулся почти туда, где и начинал. Прошел участок, один откусанный хвост на обратном пути, и все. И все. Да, как-то печально.
Посмотрим, что будет по темному. Сейчас пройдусь, посмотрю так примерные места, где ночного судака посмотреть можно будет. Ну и посмотрим, что будет по темному. Не хочет, ребят, не хочет. То есть получается, с утра я пришел раз там щучку как-то взял, потом там судачка небольшого, и все, и все. Ладно, сейчас еще чуть покидаю, сяду спокойненько, покушаю, передохну, ну и будем ждать ночного судака. Есть. Хрена, блин. Ну такой, наверное, килушник. Килушник. Ну, взял на шалов ферст. Прям под самым берегом. Ну, с таким прям четким ударчиком. О. Время 5 часов. Я только сейчас посмотрел. О, как заглотил, хорошо. Так, дружочек. Давай, открывай ротик. Ага. Как ты он его так ударил, странно, сбоку. Ага. О. Ну вот, ребят, начало положено. Вот он, красавец. Ферст сработал. Так жаденько ударил. Что-то тут понапуталось. Ладно. О, красота. А? Ладно, мы этого товарища долго мучить не будем. Будем отпускать, ребят. Ой, ну такой, наверное, килушник есть в нем. Так, куда нам уйти, чтобы место не светить? Вот сюда. Ой. Давай, дружочек. Приходи в себя. Спасибо тебе большое за поклевочку. Ну, ночной судак пока не подводит. Давай, дружок, иди. Мелко тебе здесь. Давай. Ну, чё ты? Давай. Ага, пошёл. Давай, передавай там всем приветы. Ну, ребят. Начало положено. Хорошо, жадненько ударил. Значит, кушать он хочет. Кушать хочет. Ладно, будем сейчас продолжать. Что-то не пойму. Щука, что ли, взяла? Да, ребят, щучара. Да причем? О, вот эта красотка, ничего себе, воблер целиком заглотила. О, ребят, смотрите, какая щучара. Так, камера пишет. С таким ударом, блин, я ж подпрыгнул, сразу понял, что что-то явно не судак. Смотрите, воблера вообще не видать. Так, ну чё, красотка, будем сейчас доставать.
Ай, вот это радость. Так, эх, ничего себе. Да, ребят, щука есть щука. Мы будем сейчас доставать. Давай, красотка, открывай. Ай-яй-яй-яй-яй. Да стой, 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 стой. Стой, родная, стой. Ты ж себе только хуже делаешь. Эх, ребята, что делать вообще? В пачку заглотила. Сейчас будем аккуратно вынимать. Так. Эх. А, блин, а. Ну, где ж ты днем-то была? А? Стой, 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 стой. Стой. Ага. Ребят, ну, закровила она, но ничего страшного. Я думаю, ничего нет такого прям страшного. Жить она будет. О. Ну, вот такая вот красотка. Ладно, сейчас быстро ее отпускаем. Попробую сейчас ее реанимировать. Но мне кажется, жить она будет 100%. Опа. Ну что, родная? А? Ну? Давай, подруга, иди. Давай. О, встала. Ага. Нет, тебе не сюда. Да, тебе не сюда. Ага. Ребят, ну пошла. Шух. Ну вот. Но я уж стал переживать, думаю, не дай бог умрет. Чего ее брать с собой? Как-то не хотелось бы. Ну вот, ребят. По-темному рыбка берет. Да, ну я не меняю воблер. Ну ничего, флюр целый. О, Shallow First в деле. Любимый мой воблерочек. Я всегда про него говорю. Понтоновский воблер. 85-й. В плавающей версии. Хороший воблерочек. Ладно, будем продолжать. Решил я, ребят, немного прогуляться по берегу. Там я покидал. И получается, поймал щуку судака. Ну и все, и затишок. Вот. Решил прогуляться по берегу. Дедок там какой-то еще один пришел. Тоже там встал. Вот так пообщались. Говорит, вчера я, говорит, здесь был, говорит, ветер такой, говорит, был сильный. Но, говорит, ничего не поймал. Я решил прогуляться. Посмотреть. Может, где еще мне повезет. Вода мутная, то ли ее кидать стали такую грязную. Скорее всего, талая вода идет, мусор всякий, течка такая нормальная, но ветер вот стих. Вообще гладко на воде так, тишина. Ну я так чуть прохожу, присаживаюсь, слушаю, может где шлепнет. О, есть, ребят, есть еще один кабанчик. О, какой! А, ребят, хороший, хороший. О, какой красавец! А, и воблер отвалился. Ну такой, наверное, полторушник есть. А. Вернулся я на то же место, где был. Делаю проводочку, тык.
какой-то ударчик, потом раз, тишина, следующий заброс, ну и вот он, красавец. Дружочек, спасибо тебе большое, спасибо. Опа, пойдем, мы тебя будем отпускать. Ой, так куда бы его отпустить? Опа, сейчас фонарь потише сделаю. Это неохота место засвечивать, ребят, сами понимаете. Хочется еще половить. Опа. Давай, дружочек, иди. Спасибо. Ну, хороший, хороший. Пошел вальяжненько так. Вдоль берега идет. Пошел. Пошел. Так, ну вот, ребят. Отлично. Вот, по темному рыба есть. По светлому не хочет. А по светлому не хочет. Ну, покидаем еще, поупираемся. О. Фу. Ну что, ребят. О. Закончил на сегодня рыбалочку. Ну и поделюсь с вами своими эмоциями. Ну, в целом рыбалкой доволен. Конечно, то, что вот днем рыбка вообще не клевала, то есть получается, да, утром там щучка маленькая, судачок, и все. И получается целый день ничего. Ну и вот стемнело, ну и как-то рыбка себя проявила. То есть в 5 часов первая поклевка, там минут 40, наверное, прошло, вторая. Ну и там еще я погулял туда-сюда, то есть вот три поклевки было. То есть два судака такие за килограмм и щука такая неплохая. Ну и все. Сейчас время уже 8:30. Ну, завтра на работу надо, короче, пораньше домой приехать, туда-сюда. Да мои уже звонят, где-то, что-то. Так что так, ребят, в принципе, доволен рыбалочкой. Погулял, подышал. Погодка сегодня, конечно, блин, одно удовольствие. После таких морозов, там 12-15 с ветром, когда все мерзнет, вообще все не то. А сегодня вообще погулял. Комплект такой у меня был, вообще даже силиконом вообще даже не пользовался. Но 0 там плюс 2. Так что так, ребят, на выходные, ну, скорее всего, поеду. Именно на ночную рыбалку, потому что днем, мне кажется, смысла нет. Ну, поедем, наверное, в Островцы, с Дэном повидаемся. Я вот, который сегодня воблер нашел, подарю ему. Он троллингом ходит, как раз ему прям самое то. Так что так, ребята. Спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. Пока, ребята.